Мур, привет, друзья, с вами Зверько. А еще с вами гайд на свежего героя Харита. Как мы знаем из предыстории, это симпатичный кота-пацан, одержимый местью. По сути, заявлен магом, но играть придется как убийцей. Благо, механика применения навыков это делать позволяет. Навыки. Пассивный навык. Ключевое понимание. Харит при приближении противника получает сокращение оглушения на 70%. Но не думайте, что это сильно развяжет вам руки против контроля. Лишь немного облегчает геймплей за него. Первый навык – разделение времени. Харит проецирует свою копию и кастует в его сторону волну. То же самое делает и двойник. Волны наносят урон на своем пути, а в центре происходит взрыв, который наносит критический урон. И урона в центре больше, и множитель от предметов больше. Навык для фарма, а с развитием и для убийств. Главная задача – применять так, чтобы по противнику попадал взрыв. Опасный навык массового урона. Второй навык – временной удар. Харит совершает прыжок. Если рядом противник, то накладывает на себя щит. Этим можно проверять кусты, но не очень безопасно. После прыжка его базовая атака наносит дополнительный урон и замедляет на 70%. А чем больше противников близко к вам, тем щит сильнее. Кроме того, если вы кого-то ударите автоатакой после прыжка, КД сократится на 4 секунды. Здесь хорош и урон, и сам навык. Харит прыгает в ту сторону, куда смотрит, поэтому можно не терять времени в выцеливании навыком, а поворачивать Харита в нужную сторону левым стиком управления, то бишь бегом. Во время ульты этот навык становится главенствующим в убийстве врага. Ульта. Сила времени. Харит призывает палку с полумесяцем, обездвиживая противника, после окончания которого накладывается замедление. У самого Харита, наоборот, в зоне действия ульты сокращается КД как первого, так и второго навыка. Да настолько, что прыгая и атакуя с руки, практически полностью снимается КД второго навыка. Эмблемы. Тут можно взять да хоть что. Хоть магические с поджогом, вторым или третьим перком, хоть убийцы. Либо вообще взять стрелка со вторым перком, чтобы в начале схватки было удобнее выбирать позицию. Способность. Из имеющихся возможностей мне понравилось играть с оцепенением или спринтом, поскольку спринт снимает замедление, а оцепенение можно применить в гуще врагов. Тактика диктует сборку. На Харита можно собрать кучу всего разного и играть им по-разному. Спамить первым навыком или врываться на щитах вторым. Ульта позволяет мгновенно останавливать противника, а ее размеры позволяют как атаковать, так и отступать с ее помощью. То же самое со вторым навыком. Это же вспышка, у которой очень малое КД. Прыгнули к крипам, выстрелили, вот почти и перезарядилась. Также можно перемещаться по лесу. Кстати, по поводу леса. Помните, там есть баф? Забудьте. Часть серьезного урона у Харита на первом навыке. А мобы подбегают к вам в упор, и взрыв их может не задеть. Поэтому лес занимает тьму времени, и если вам никто с ним не поможет, сосредоточьтесь на линии и убийствах. Видите, что противник один и далеко от башни? Ослабляете первым навыком. Подскакиваете вторым и атакуете с руки. Тут же активируете ульту и бешеным кузнечиком прыгаете вокруг него, не забывая про атаку с руки и первый навык. Сложность у Харита в том, что управление в игре не очень удобно. Его все время при атаке разворачивает в цели, и если вы тут же нажмете второй навык, то в массовом бою окажетесь среди противника. И если нет оцепенения, вам скорее всего конец. Также Харит очень требователен и к позиционированию. Чтобы попадать максимально эффективно первым навыком, вы должны быть недалеко и не слишком близко от схватки. В общем, придется привыкать им играть. Давайте к самому интересующему, к сборке. Мне все время не хватает скорости на Харите, поэтому сапоги-скороходы. Потом дополним атаку с руки после второго навыка с помощью косы бедствия. Она же даст и реген маны, которого нам хватит. Жезл снежной королевы не даст от нас бодро убегать, а это поможет прицелиться первым навыком. Священный кристалл увеличит урон. Оракул увеличит объем получаемых щитов, что позволит обыгрывать вражеского Харита и переживать прокасты некоторых магов. Ожерелье заточения, чтобы враги не лечились, пока мы их убиваем. В самой сборке заложено 30% КД. Можете остальное добрать эмблемами. Можете заменять все на свой вкус. А на этом все на сегодня.
подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропускать новинки. Делитесь этим видео и, конечно, ставьте лапки. Всем пока!